Здравствуйте, друзья! На связи Антон Рожновский. Собственно, вернулся со своих бурных выходных. Всем спасибо огромное за поздравления. Было очень приятно. Многие писали в скайп, кто-то там даже в контакт. В общем, огромное-огромное спасибо. Прям вот очень приятно. Так, быстренько по сделочке своей объясню. Да, сегодня я просто опоздал. Я пришел все-таки после праздников. Было очень неохотно ехать. Да, то есть вошел я где-то 10 по терминалу. 17, да. Это, в общем, в 11-12 часов я только приехал в офис, увидел, что сделка есть. Вот, в общем, зашел. Ну, просто тенденция реально очень хорошая, медвежья тенденция. Поэтому сделку упускать не хотелось. Ну, в любом случае, уже заработано 33 пункта, как мы видим, да. И уже я имею право переставить стоп-приказ непосредственно без убыток. До этого он у меня стоял за ближайшим внутридневным РС-уровнем. Цена у нас на подходе к глобальному РС-у сразу же отскочила. И ей нужно было набраться здесь сил для того, чтобы все-таки прохлыстнуть. Да? В общем, здесь эти заявки поглощены, поэтому, собственно, БУ у меня уже стоит. Дальше у нас опять же новый уровень сопротивление продавцов, опять же глобальный РС. Глобальный РС самый сильный в моей системе, помним, да. Вот 1.1655 сейчас довольно-таки стоит под вопросом. То есть как бы не было такой фигни, что ему сейчас здесь пришлось бы вот набирать этот актив, да, тогда у меня просто несет его по безубытку. Ну, тупо все из-за того, что не вошел своевременно. Своевременно было войти еще от уровня 1.1752. Но в это время Антоха, по-моему, еще спал. Вот, ну, основные цели, в общем-то, на сегодняшний день в любом случае эту позицию так-то по уму можно закрывать, но что-то у меня прям такие предпосылочки хорошие, такое прям хорошее поглощение медвежье было, да, что я прям рассчитываю все-таки эту сделку подержать, в любом случае я уже в ней ничем не рискую, поэтому пусть в любом случае будет, правильно? Вот. Все, спасибо за внимание, жми большой палец вверх, пиши свой комментарий, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписался, в общем, там побольше там радуйтесь, будьте оптимистами, ребятки, будьте более оптимистичны к своим позициям. В ближайшее время у меня на нашем сайте и на этом блоге выйдет несколько интересных новиночек, но об этом сейчас я не буду рассказывать, пусть останется небольшим секретиком, скоро будет кое-что интересное. Все, всем спасибо за внимание, всем профитов, пока.